Все родители хотят, чтобы их дети росли крепкими и здоровыми. Поэтому с первых дней жизни ребенок находится под наблюдением врачей. На детские лечебные учреждения ложится задача не только оказания медицинской помощи, но и создания атмосферы уюта самого помещения, чтобы маленький пациент чувствовал себя в нем комфортно. В рамках федеральной программы модернизации здравоохранения завершился ремонт второго этажа от детской поликлиники города Сланцы. Теперь посетители встречают просторный холл, оборудованный новой мебелью. Здесь же появился кофе-автомат и отремонтированные кабинеты. У нас отремонтирован второй этаж, сделан косметический ремонт, который мы ждали целых 17 лет. Благодаря помощи депутата законодательного собрания от партии КПРФ Закину Анатолию Львовичу. Ну, вы видите, что у нас стало намного уютнее, светлее. Все очень довольны качеством проводимого ремонта. По сравнению с тем, что было раньше в этой поликлинике, сейчас стало все более лучше и приятнее детям, и взрослым. Положили плитку, и хорошие и двери, и стены. Как бы все приятно, уютно. Скамейки поставили, да, хорошие. Поэтому как бы всем теперь места хватает, и можно разместиться поуютнее, чем раньше. К сожалению, из-за нехватки финансирования ремонт всего здания не завершен. Руководство Сланцевской ЦРБ надеется, что Совет депутатов областного законодательного собрания поможет в направленном финансировании ремонта учреждений здравоохранения в будущем году.